А начинаем выпуск сообщения о ЧП. Сегодня утром на пульт диспетчера пожарной части номер 30 в Кировске поступило сообщение. Горит автомобиль, припаркованный во дворе дома номер 5 на проспекте Ленина. Что произошло и какой ущерб причинен, выяснила Мария Савохина. Сообщение о пожаре поступило в 4 часа 24 минуты утра. К месту ЧП выехало 2 единицы техники и 5 человек личного состава. По сообщениям очевидцев, сначала на стоянке во дворе дома загорелся один автомобиль, но очень быстро огонь перекинулся на соседние машины. Горели 3 рядом припаркованные машины. BMW X6 выгорел полностью. 2 другие пострадали частично, в основном лакокрасочное покрытие. По информации МЧС России, машина полностью выгорает в среднем за 5-10 минут. Кировским пожарным в данном случае потребовалось 3, чтобы локализовать пожары, еще 20 минут, чтобы полностью ликвидировать последствия. Тушили генератором пены средней кратности, то есть подавали пену ввиду того, что был разлив бензина, и, соответственно, пожар немного были сложности. На сегодняшний день причины пожара устанавливаются, материалы будут переданы на экспертизу. Эксперты, как говорится, покажут, расскажут.